Не знаю, сегодня ничего интересного не произошло. Все солнечно. Жарко. Может, потому что еще утро. Ну как утро, 11 часов. Айт. Посмотреть можно, выйти сухо. Машинки ездят, люди ходят. Короче, ничего интересного нету. Как обычно, с потопами все в порядке. Уже, по крайней мере, ничего не происходит. Уровень воды только спадает везде, где был. Может быть, кроме некоторых низин. В остальных районах как бы получше, намного лучше стало. Вот. Кстати, тот рынок, который был затоплен до этого, Читучак рынок, он работал в эти выходные. Народу было много. Ну, полностью высох. Так что смотрите, там погода. Будет чем интересно, я потом добавлю, пока больше ничего нету.